Ну, мы же тут. А интересно, нас видно, нет? Нет, вообще не видно. Почему? Потому что темно, и вот тут вот свет. А, ну мы тут. Привет, привет. Мы уже, в принципе, уже поздно. А нас слышно хоть? Я не знаю, наверное. Ничего не видно, слышно. А нас слышно? Напишите кто-нибудь, нас слышно. Да, бля, ой. Мэри, перестань ругаться. А Мэри постоянно ругается матом. Я не могу ее отучить. Нет, ну я не могу отучить. Саша, видно, не слышно. Тупит еще. Я не хочу свет выключить, если ты хочешь. Так, я не знаю, как... Да, слышу. Ай, не могу встать. У меня больше сил нет, уже не могу. Там на третий свет включать. У кого перелет сегодня? У тебя либо у меня? Мэричка ко мне прилетела. Поздравить с днем рождения. Еще рано. Ой, как давно мы не были в Перископе? 3 месяца, по-моему. Это все из-за тебя. Я на самом деле много раз Мэри говорил, пошли в Перископ, нас люди ждут. Мэри не хотела. Ну у нас не было новости, понимаешь? А что это мы только с новостями просто? Да, мы в Самаре. А мы, ах, Самар, городок. Кто-то сегодня писал у меня в группе, что Самара некрасивый город. Я так обиделась. Он просто там не был, наверное, это все. Саш, ты Самара живешь, спросили? Нет, я живу в Москве. Да? Слушай, а правда, где съешь? Да я выключила уже. Я помыла свое лицо. А-а-а, вот она фишка. Мэри, короче, лицо свое смыла. Мэри на самом деле двуликая. Она имеет 2 лица. Как Харрисон Форд. У него 2 лица тоже. Величие. А что, приезжать ты в Самару? Я завтра полдня еще в Самару буду. Да, кстати. До обеда всего лишь, представляете? До обеда. Съемки. Надо было в Москве. Правда? Не видно. И по другую сторону, поэтому... А что так темно? Свет нет, прям так включил свет. В Самаре есть свет, только надо тему с Мэри все выключить. Мэри, я не пойму, тебя видно, нет? Нет, вообще темно. Погоди. Нет, вообще не видно. Уши видно, что ли? Погоди. Дай Бог, чтобы ты не уши. Там окно видно. А-а-а, так я руку свою снимаю. Все, это вот я делаю. Ну погоди, погоди, а тебя все равно не видно. Ты тебе говорил, что вы Ghostbusters. Нет, а почему окно видно? Смотри, главное, окно видно. Там цвет же горит из улицы. А-а-а. Тебе надо цвет включить. Маленький хоть. Видно, что ли? Вообще в темноте. Сейчас я включу так. Пожалуйста, мне не снимай. Я не буду ничего снимать. Ты что? А я себя тоже не буду снимать. Я не знаю, как бы телефон нам держать. А, вот. Ты что? И вот все ты предлагаешь, чтобы я сейчас снимал. Да я не знаю. Что-то уже включил. Ой, прости, прости. А, другую сторону. Прячься, прячься, скорее. Зато маникюр, у тебя очень красивый маникюр. Да, вчера сделала. Ну, собственно говоря, и все, вот одеяло.
А почему ты не сможешь с другой стороны тогда? А я даже не умею это сделать. Тут вот где-то кнопочка. Наверное, тут. Повернуть камеру. Пошла не туда. Видите? Что? Ну вот видите, стесняется. Что? Я не знаю, я уже собиралась спать. Я теперь вас не вижу. Сейчас я возьму тогда, как настоящая женщина, себе в руках. Он себе не хочет показывать. Блин. Короче, да, я такая натурал. Я вас почему-то не вижу. Может, мы вообще уже выключили? Чат скрыт. Нет. Может, мы уже вышли? Нет, не чтобы. А. Повернуть ко мне. Мы уже вышли? Нет. Чат скрыт, что это значит? Я не знаю, даже мы, наверное, сейчас. Нет, 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 пойдет. Повернуть ко мне. Ух. Нет, почему скрыт? Я не знаю. Иди вот. Ты сам хотел, я уже спала. Мы должны это снимать, когда у нас новости. Ну какой новости? Саша хотел сообщить. Ну какие новости, да. Мэри по-прежнему в битве. Вот суббота, смотрите, сегодня будет. Но это не самое главное, день рождения будет. Сейчас осталось. Да, с днем рождения. Тебе. Меня. Я, кстати, подарок готовил, но все спросили, что я буду подарить, но это в Москве подарок. Половина подарок в Москве и половина подарок тут. Еще до утром это видишь. Ну да, 30, я тоже ему сказала, 30. Так, все, хватит это. Все, это хватит? Все, подарок уже приехал. Сегодня в магазин. Видите, стесняется. Ну, что я буду вам еще сказать? Простите, что я без всего, я просто собралась уже спать. Завтра я буду в магазин до 2 часов. Спасибо, кстати, всем. Всем спасибо, там он пишет. С днем рождения, видишь, 30, через 10 лет ты будешь 40. Какая ты молодец, Мэри умеет считать. И что я говорила? А, то, да, да. С наступающим, как дела? Ты до скольки будешь в Самару? Просто. Да сиди, трек где-то. Я вот так вот буду, из ниоткуда отвечать. Сам включил. Короче, до скольки ты будешь в Самаре? Ой. Саш. До 28-го точно. Да, видите, он будет до 28-го, а я буду. Завтра у меня съемка, и он решит тут праздновать день рождения. Я ему обещала, что в следующий год я буду в Бора-Бора. И посмотрим, как он едет в Бора-Бора. Че с тобой? Саш. Дети, он стесняется первый раз. Это удивительно. Удивительно, 30 лет. Вот видите, кто-то пишет, 30 лет – самый прекрасный возраст. Ну, я же говорю. Все желают тебе вот прямо победы. А, нет, не победы. Тебе победы желают. Ну, это не надо желать. А? Пошли на завод. Куда? Ну, мы уже тут, поэтому надо какую-то новость. Какие у нас еще, Саш, новости? Новости? Ждем Мэри с победой, как минимум. Ну, это рано сказать, потому что все-таки путь важен, знаешь. Не умничай. Вот он всегда думает, что я умничаю, но, честное слово, это так. Я как-то пока нереально, вот я уважаю, ты хотел сказать, уважаю всех, которые там, поэтому мне как-то не особенно. Сейчас я концентрирую на испытании, как помочь людям, а не особенно на победу. Ну, настоящие победители на самом деле так и делают. Ну, спасибо, хоть ты понял. Пожалуйста, всегда welcome. Что у нас еще нового? Все хорошо. У меня завтра день рождения. Вот это самое главное.
Он вернулся здесь с Америку, отдохнул хорошо. Чего да, отдохнул, где набрался эмоций. Сделал, поступил точно так же, как и ты. Ты однажды тоже умчала в Америку. Я вообще, с мамой. Да, да, с мамой, конечно, сообщил уже оттуда. Привет. Нет, из аэропорта. Ну да, ну если... Привет, я тебе предупредила, что мне надо ехать где-то. Да, да. Поэтому это самое главное всегда. Мне важно, какое отношение, надо дать свободу. Это важно. Поэтому отдых иногда надо. Так, ну все, потопали. Самое главное, что зачем мы вышли, сказать, что мы всех любим, всех ценим, уважаем. Ну, ты включил это, ну. Видишь, я включил, я бы не включил, ты в жизни ничего не сказала. Я? Да, медленно, пока ты дотянешься, пока ты включишь. Я вообще не была готова до перископа, если честно. Всем пока-пока, всех любим. Вот видите. Маричка зато самая красивая. Да, и спасибо всем за поздравления огромное. Пока-пока.